первом послании к Тесонии Писам апостол Павел, помимо всего прочего, отвечает на вопрос о конце света и втором пришествии Христа. Во времена Павла многие христиане, если не большинство, были убеждены, что второе пришествие Христа случится при жизни. Павел, соглашаясь с ним, что это возможно, описывает события Судного дня, так, как он их сам себе представляет. Одним из вопросов, беспокоивших христиан того времени, был вопрос о том, воскреснут ли те, кто умер прежде, в Судный день. Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не опередим умерших, отвечает Павел. Потому что сам Господь при вознесении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут первыми. Потом мы, оставшиеся в живых, вознесены будем на облаках навстречу Господу на воздухе.